Ульяновский завод «Исузу» запустил новую производственную линию, где будут выпускаться сверхтяжелые грузовики массой от 30 тонн и выше. Уже в этом году предприятие рассчитывает выпустить около 500 сверхтяжелых грузовиков. Основными заказчиками станут промышленные компании европейской части страны и дальневосточного региона. В проект сверхтяжелых грузовых авто было вложено более 150 миллионов рублей. На Ульяновском конвейере будут выпускать машины, оснащенные как газовым двигателем, так и работающим на дизельном топливе Евро-5. Сборочный цех компании был открыт в 2012 году на территории Ульяновского автомобильного завода. В прошлом году Isuzu Rus стал якорным резидентом индустриального парка УАЗ. Of course, it brings more employment because we are recruiting a lot of people to fulfill the development of the product. Для Ульяновска, конечно, это будет означать дальнейшее развитие занятости в области, потому что мы уже наняли и нанимаем дополнительных сотрудников для обеспечения производства. В прошлом месяце было нанято 55 человек. Isuzu – очень важный партнер для Ульяновской области. Сейчас рассматриваются варианты повышения уровня локализации производства компании, в том числе за счет наполнения индустриального парка новыми поставщиками комплектующих. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».